Здорово, я покажу, как быстро убить призрачного левиафана. Для охоты тебе нужно подготовиться. Найди газобрюхо и собери с него газовые фолликулы. Добавь в инвентарь стазис-винтовку, запасную батарею и аптечку. Найди место обитания призрачного левиафана. Я приплыл в биом «Затерянная река». Заприметив цель, вылезай из транспорта и накачивай энергию в стазис-винтовке. Целься в голову. Тебе нужно проплыть над головой призрачного левиафана, открыть инвентарь и начать выбрасывать газовые фолликулы. Когда выбрасываешь, двигайся в сторону, чтобы не попасть в облако газа. Постарайся выбросить максимально много. Теперь жди. Как увидишь, что эффект от стазис винтовки заканчивается, стреляй еще раз в голову врага. Снова подплыви и выброси фолликулы из инвентаря. Подожди, пока враг испустит дух. Теперь ты можешь очистить биомы от всех призрачных левиафанов. Удачи в охоте!